Здесь даже подпись есть. Поэтому мы еще раз заявляем о том, что срок службы в армии должен составлять 1 год. Сегодня молодая гвардия «Единой России» провела пикет на площади Революции против инициативы члена фракции КПРФ, председателя комитета по обороне Владимира Камоедова, который заявил, что в армии надо служить не год, а полтора. Мы сейчас проводим опросы по всей стране, и более 100 тысяч человек уже подписались против данной инициативы. И мы считаем, что такие заявления надо было делать только взвешенно, и спросив у общества, спросив у молодых людей, у их матерей. Мы считаем, что все-таки за 1 год можно научиться первоначальным военным навыкам, а сейчас на вооружении такая сложная техника, что и за 1,5 года, и за 2 ее не освоить. И на этой технике уже должны служить офицеры и профессионалы-контрактники. И ребята после года службы уже, если они выбирают своим призванием профессию, то они уже станут контрактниками, станут офицерами и будут профессионально защищать нашу страну.